Сегодня на заседании историко-коммунической комиссии рассматривались очень важные документы, стратегически важные для деятельности этой комиссии, а именно вот утверждение нового положения по историко-коммунической комиссии, внесение изменений по установке мемориальных табличек. Дело в том, что законодательство движется вперед, и законодатель нас обязывает делать некоторые согласования, получать дополнительные документы, указывать стоимость для тех, кто будет содержать в дальнейшем эти доски и на чей баланс они будут выдать. Это все должно быть закреплено в документах. Это все обсуждалось при практически полном составе комиссии. За редким исключением присутствовали 95% членов комиссии. Обсуждались также вопросы переименовки остановочных комплексов. Было принято решение поддержать название пищевой академии, было принято поддержать название института связи. Рассмотрели переименование улицы Лиманной в связи с тем, что отпали некоторые топонимические названия. И рассматривали другие очень важные вопросы, связанные с наименованиями, переименованиями, присвоением званий тех или иных улиц или объектов. Дело в том, что очень важный вопрос, который решили рассмотреть более комплексно, это создание сквера праведников мира. Мы понимаем, что это действительно одна из животрепещущих исторических таких событий и факторов, которые должны быть отражены в истории города, особенно такого города, как Одесса. Но полагаем, что этот вопрос надо дорабатывать, расширять и комплексно подходить к его решению. Было вопросов много о том, наименовывать ли улицы в памяти недавно ушедших из жизни героев Украины или почетных граждан. Но у нас есть определенные правила, рамки, в рамках которых мы работаем. Мы предлагали подумать над установкой именно таблиц, потому что переименование улиц сегодня – это очень большой процедурный вопрос, это общественные слушания. Это, конечно, некоторое неудобство для граждан города, потому что им нужно переделать свои установленные документы. А наименовывать именами каких-то выдающихся людей, какие-то окраинные, маленькие, безымянные переулки, это все-таки, наверное, недостойно имени и звания выдающихся деятелей нашего города. Поэтому мы утвердили список и дополнили сегодня этот список. Как только будут строиться новые микрорайоны, создаваться новые улицы, где будет жить большое количество людей, тогда эти улицы будут носить имена тех людей, которые у нас уже в этом достаточно большом объемном списке, который включается от более 50 очень важных, значимых для Одессы имен, которые нужно было бы увековечить. Поэтому комиссия продолжает свою работу, вопросы многие отправлены на доработку, и комиссия продолжает работать в открытом формате, и о всех событиях, всех обсуждениях мы готовы рассказывать более подробные детали.